В Учкекене после капитального ремонта открылась поликлиника. Торжественная церемония проходила в режиме ВКС в рамках проведения Дня здоровья на международной выставке «Форуме Россия» с участием заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. С открытия поликлиники репортаж Дарья Тендит. В режиме ВКС заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко поприветствовали главу республики и медицинский коллектив новой поликлиники Центральной районной больницы Малокарачаевского района в селе Учкекен. Татьяна Голикова отметила позитивные изменения, которые происходят в Карачаево-Черкесии, особенно в системе здравоохранения. Мы все с вами являемся свидетелями того, как преобразуется республика. Совсем другими становятся объекты. Ну и я думаю, что и коллектив скажет, что очень приятно приходить в новые помещения, обладать новым потенциалом развития и новыми методами, которые используются при оказании медицинской помощи. Глава республики Рашид Семрезов отметил, что в республике с 2021 года происходит серьезный прорыв в развитии системы здравоохранения в первичном звене. Новая поликлиника в Учкекене является ярким примером. Хочу вас заверить в том, что работу по улучшению системы здравоохранения мы продолжим и благодаря поддержке правительства Российской Федерации, конечно же, и региональные программы. И здесь в первую очередь, конечно же, слова благодарности нашему национальному лидеру, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. От имени жителей района, от своих коллег, хотел бы поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за возможность получать и оказывать такую качественную медицинскую помощь, которая стала возможна благодаря национальным проектам. Спасибо всему правительству. В рамках национального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в центральной поликлинике села Учкекен произведен капитальный ремонт здания площадью больше 4000 квадратных метров. Облагорожена прилегающая территория. В учреждении приобретено современное медицинское оборудование и обновлен автопарк легковых автомобилей. Качественная первичная медицинская помощь стала доступнее не только для жителей села Учкекен, но и для всего Малокарачаевского района. Поликлиника требовала ремонта. Оснащение наше, конечно, требовало модернизации. Жители, в большом количестве, конечно, жители района уезжали в населенные пункты городского типа, чтобы получить там надлежащее обследование и лечение. На данный момент наши жители получили возможность, не выезжая за пределы района, получить практически осмотр, консультацию всех специалистов, обследоваться, получить лечение в пределах района. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.